Привет, это программа «Спортмикс». Миллион спортивных советов о том, как укрепить здоровье, обрести хорошую форму и всегда находиться в чудесном настроении. Меня зовут Иван Шарпилов. Давайте жить фитнесом вместе. Сегодня в программе тренируемся на свежем воздухе под прицелом верхний плечевой пояс. Опускайтесь вниз, почти касаясь груди коврика. Прыгаем и худеем. Изучаем упражнения из фитнес-направления Kengo Jumps. Ботинки Kengo Jumps. Кардио плюс сила. Объединяем семью под девизом здорового образа жизни. Питание мы можем это здоровье укрепить, подкрепить и жить все долго и счастливо, предлагая себе полезную альтернативу вкусной еде. Миллион спортивных советов прямо сейчас. В 40-е годы прошлого века мужчины носили пиджаки с огромными набитыми плечами и сильно зауженной талией, что придавало им преувеличенную V-образную форму. Но мы-то знаем, что добиться такой формы можно, не прибегая к услугам стилистов. Тренируем верхний плечевой пояс прямо сейчас. Укрепим верхний плечевой пояс. Сегодняшний комплекс для мышц груди и рук. Первое упражнение. Поставьте ногу вперед. Зафиксируйте резинку на стопу, делайте упор локтем на колено и сгибайте руку наверх. При этом чувствуйте, как сокращается ваш бицепс. Держите спину прямой, не забывайте про дыхание. Выполняйте упражнение не спеша, чувствуя целевую мышцу. Зафиксируйте резинку в обеих руках, держите их параллельно коврику, поочередно отводите правую и левую руку в сторону. Держите спину прямой, локти параллельно коврику, они не опускаются вниз. Дышите. Повторите это упражнение по 10 раз на каждую руку. Наденьте резинку на запястье, опуститесь в позицию планки с колен, делайте отжимания, поочередно отводя каждую руку в сторону. Сохраняйте прямую спину. Не спешите. Опускайтесь вниз, почти касаясь груди коврика. Уровень натяжения фитнес-резинки выбирайте по вашему уровню физической подготовки. Встаньте на одно колено, второе поставьте перед собой. Зафиксируйте резинку стопой. Сгибайте локоть, работает бицепс. Спину держите ровно. Не задерживайте дыхание, не спешите. Зафиксируйте резинку в обеих руках, локти в стороны, параллельны полу. Отводите по очереди руки в стороны, локти не опускайте. Резинку зафиксируйте на запястьях, встаньте в планку, отводите поочередно руки в стороны и делайте отжимания. Следите за спиной, она должна быть ровной, пресс напряжен. Выполните 10-15 повторений, 4 подхода. Kengo Jumps – это новая разновидность фитнеса, которая стремительно набирает популярность по всему миру. И неудивительно, ведь прыгать в специальных амортизирующих ботинках – это не только весело, но еще и чрезвычайно эффективно для похудения и общего тонуса. Заглянем на мастер-класс. Всем привет! Сегодня у нас тренировка на открытом воздухе. И в сегодняшней тренировке мне помогут специальные пружинящие ботинки.
Kango Jumps. Каждый из них весит 2,5 килограмма, поэтому я буду их использовать как утяжелитель. Несколько упражнений на ягодичные мышцы. Итак, первое упражнение – присед сумо. Носки развернуты чуть в диагональ. За счет неустойчивой платформы ботинка нам нужно очень хорошо держать равновесие. У нас подключаются в работу мышцы-стабилизаторы. Живот втянут. Ягодицы тянутся назад, медленно опускаемся вниз, прямая спина. В этом упражнении у нас хорошо работают ягодичные мышцы, работают приводящие мышцы, присед сумо, квадрицепс бедра, и мы подключаем в работу пресс. Мы держим напряженным живот, напрягаем пресс, тем самым удерживаем равновесие и баланс. Это очень непросто сделать, но у вас все получится. Второе упражнение у нас будет также на ягодичную мышцу и подключим бицепс бедра. Нужно отвести ногу назад и вернуть на место. Но это не так-то просто. Нам нужно удержать равновесие и баланс на опорной ноге на неустойчивой дугообразной платформе. Тем самым мы подключаем в работу мышцы-стабилизаторы, пресс. И не только ягодичные, но в основном у нас работает ягодица и бицепс бедра. Так как мы занимаемся в пружинящих ботинках Kango Jumps, значит, мы можем на них прыгать. И это упражнение мы будем выполнять в динамике. И еще одно упражнение на эту группу мышц. Нужно отвести бедро в сторону, при этом удержать равновесие, баланс. Корпус держим ровно, не болтаемся, как камень, зафиксировались. Также это упражнение мы будем выполнять в прыжке. Добавим активности. Поехали! Ботинки Kango Jumps. Кардио плюс сила. Правильные привычки в питании, как и любые другие, не приобретаются за один день. Это труд. И в случае с семейным питанием, это большой труд для каждого члена семьи. Более подробно в нашем следующем сюжете. Очень часто человек, который становится на путь ЗОЖа, он становится один в поле воином. Потому что все-таки изменения, те, которые происходят в его пищевом поведении, не всегда нравятся окружающим, не всегда нравятся в семье. Если раньше все объедались пирожными, тортами, конфетами, вкусняшками всевозможными, то тут, например, мама командует о том, что с сегодняшнего дня убираем мы за ЗОЖ, и, естественно, она встречает сопротивление. Поэтому, на мой взгляд, важно все делать постепенно. Не отобрать сладкое у детей и мужа и у себя, а предложить себе какую-то другую альтернативу. То есть вместо конфет, например, есть низкожирное сладкое, зефир, либо сухофрукты, цукаты, заменить их фруктами, ягодами. Потому что когда мы можем, например, у ребенка без криков отобрать конфетку, да, каким образом? Только если мы с чем-то поменяемся, скажем, ты мне конфетку, я тебе что-то, да. То же самое касается пищевого поведения, там, в том числе с близкими родственниками. Отобрать гораздо сложнее, чем предложить альтернативу. Поэтому важно в том числе маме понимать, что готовить все-таки нужно правильно для всех. И потом уже это личный выбор каждого, например, взрослого человека в семье, если он уже там сверху заливает его там майонезом вдруг, то есть, но уже в собственную тарелку. Потому что, когда мама начинает готовить на 5 кастрюль, это рано или поздно заканчивается только одним, что все начинают есть из одной кастрюли, и, к сожалению, эта кастрюля не ее ппшная. Это кастрюля та, прежняя, где какая-то не очень полезная еда. Также важно говорить со своей семьей, для чего мы это делаем, что это наше здоровье, что не покупается ни за какие деньги, что это самое важное, что может быть, поэтому в том числе и питание мы можем это здоровье укрепить, подкрепить и жить все долго и счастливо, предлагая себе полезную альтернативу вкусной еде.
Начинайте с малого и достигните главного – отличной формы и чудесного настроения. Миллион спортивных советов проверьте каждый и воспользуйтесь лучшими. Увидимся совсем скоро. Пока!